Серега возмущается. Слышишь, это как сетка эта футбольная, да? От этих вот тут топтальщиков. Ну ты это. Не ругайся, а то это. Я камеру включил. Приехал с работы. Ну что, технология такая. Вот, значит, посеяли. Один слой. Семена смешали. Потом второй слой. И катком укатан. Обязательно газонную траву укатывают катком. Так, а ты не гляди туда. Сейчас осталось немножко затянуть. И низ еще протянуть. Ну и посмотрим, как будет сходить. Как будет здесь что происходить. Конечно, этого ничего не надо было бы, если бы их поселить в саду на неделю, пока трава не вырастет. Да за неделю она не вырастет. Пойдете в сад жить? О, смотри, как она с радостью. Пойдем в сад жить, пошли. Пошли, закрою вас там и будете там. Глупая. Так, а ты что? Ты тоже в саду будешь жить? Лирик, не надо. Останься. Ты не будешь бегать. Я знаю, что ты спокойна. Это Мирка, она все вытопчет. Вот и оставайся там. Лирик, останься здесь. Останься. Лирик! Куда? Все. Все, будете там неделю жить. Все? А ты здесь. Пока трава не вырастет, никого не пущу. Вот я вас так разделил. Будку сейчас принесу туда. Поставлю, воды принесу. И будете жить в саду. И пусть теперь вас жалеет. А то все, вот Лирика, вы притесняете. Один раз его они подрались, а я в саду его оставил. Ну, на ночь. Так на меня столько нападок было. Так, ну здесь уже огородили. Рыболовная сеть пригодилась. Вот. Все, я их закрыл. О! Вот эта лошадь. А как она? Я же закрыл сад. Понятно. Мирка! Мирка! Мира! А здесь-то не закрыл. Мира! Мирка! Быстрее! Быстрее, быстрее! Вот ты умничка! Вот ты хорошо, что мне подсказала. Все. Вот теперь уже Серега доделает. Теперь уже. О, и ты еще проник. Давай бегом к Мирке. Быстрей. Бегом, бегом. Вот так. Все. Все. Всех изолировал. Это в комнате Рада. А я пойду Сереге помогать. Ну, как ему помогать? Поддерживать его морально. Говорит, Серега, крепись, терпи. Ну, даже бульдогов изолировал, это уже хорошо. Потому что сейчас налетят, а здесь еще надо низ укрепить. Видите, он туда пролезет и потопчет там все. Ну что, будем наблюдать, как будет травка всходить. По возможности буду показывать. Хочется, чтобы было одинаково, шелковистое. Вот такая, я сейчас покажу, какую мы посадили. Называется овсяница волосяная. Вот видите, у нее не такой лист, а вот такие волосики. Мягенькая такая травка. Вот ей Серега и засадил все.
А эти пусть побегают в саду. Ничего страшного с ними не будет. Лирик хоть 2 часа побыл без бульдогов. Ну, а мы загородили. Вот я сейчас, Серега уже уехал. А я ящиков наставил. Низ подтянул. Отсюда тоже ящиков наставил. Потому что Мирка, она все это завалит, конечно, если не укреплять. Но я думаю, можно было вбетонировать железобетонные шпалы и арматуру 30-ку забить сюда. И цепи корабельные повесить. Тогда бы, может, еще можно было спокойно бы спать. Ну, посмотрим, как будет наша травка газонная расти. У кого есть бульдоги, и не думайте траву сажать. Это бесполезный труд. Особенно те, у кого есть Мирка. Иди. Сейчас посмотрим. Пошли со мной. Ну-ка, испытание. Понеслась. Понесся вон этот танк. Марсик спокойный. Он... А вот Мирка, я боюсь, что может развалить. Мира! Мирка! Мира! И не вздумай. Мирка! Она побежала кашу охранять. Ты где? Это у нас каша остывает. А я тут ее отрываю. Вон у нее объект номер 1. Каша. Вот что надо, земляне. Не сетку натягивать, а кашу ставить. Вот она, видите? Сварить кашу, поставить. И пусть себе газонная травка спокойненько растет. Никто ее не вытащит.